Сходим, искупаемся. Ну что, повторяем. Ти дуй. Мне что ли? Давай. Пожрать-то мало взяли, чего? Один огурец. Так, ладно. Держи. Хорошо, хорошо. Вот это Толик, вот это да. Ничего. Понял? Я только не увлекайся, смотри. Ну, опа. Даешь, Толяна. Ну куда, Макулька, хватит. Рожа треснула. Ну что, Славчик, твоя детская порция. О, смотри. Ничего, вот научишься. Эх, день-то какой хороший. Скорей, скорей, скорей! Гляди! Где рыбки? Где? О, уплыли. Испугал. Обманщик! Иди ко мне, мой обманщик. Маленький! Иди, обман... Димка! Ну, держи! Дима! Смотри у меня. Держи. Витюша! Тащи помидоры, режь хлеб. Сейчас. Пара-па-пам, пара-па-пам. И зеленый попугай. Влево, вправо. Привет. Осторожно, ну что вы, прям на скатерти. Беги. А? Вот так и живем. Ну, ты даешь. А что? Что бы вы делали без меня? Катерина! Андрей Андреевич, хватит целоваться, перерыв на обед. Ларки, ты что, с ума сошла? А что? Ты думаешь, они там стихи сочиняют? На их? Неудобно, это их личное дело. Я бы тебя за такое личное дело убила, Мухин. Учти. Ты что, с ума сошел? Мухин, ты что, прям как маленький какой-то, честное слово, пусти. А откуда он взялся? Катерина притащила, управляющий какой-то фирмы. По-моему, неплохой мужик. Тогда не хами. Считай, что он наш гость. А ты руки отпусти. Клещи какие-то. Ой, Мухин! Катерина! Ой, Ларка, тебе помочь? Ну что ж ты сразу не сказался, а? Ну, ты даешь. Так. Пока муж в Африке негров просвещает, ты тут дрозда даешь. Ну, как тебе не стыдно? Прям поговорить с человеком нельзя, да? Сразу фантазии всякие. Да уж, фантазии. Мужчины! Андрей Андреевич, идите сюда. О-о-о.
Ну, Лариса Николаевна, вы просто волшебница. Да, Андрей Андреевич. Как говорится, кудесница. Да. Все готово, можете приступать. Да. Спасибо. Так. Валюша, зови детей к обеду. Мухин, к столу. Ну что, товарищи, можно начинать. Ну-ка, постой, дядя. Я говорю, мальчик маленький пошутил. А ты все обиделся, да? А? Что ну, не нравится, да? Ну ладно, что ладно. Да что ладно? Все. Ну, пошутил и пошутил, пошутил. Да? Ну ладно, да, идите, ребята, идите, да ладно. Все. Ну, а то пойдем в кустике поговорим. Козел. Ну что, давай, копируй. Ну куда вы? Молодые люди. А что это такое? Очередь стоит, а вы тут без очереди. Безобразие какое. Откуда такие берутся? А тут же, бабуся, откуда и ты? На чего он лез, волоса? А вы-то что стоите? Да вот не молчали бы все, так и не было бы такого хулиганства. А то это пройти. Послушай, бабуся, если ты сейчас не станешь обратно в очередь, у тебя опухнет глаз. Вот дает, а? Ну, знаете. Да ладно, вам всем хватит. Да. Ну нет. Ладно, ладно. Идите, ребята. Мы ведь вам не мешаем. А чего? Смотреть нельзя, что ли? И вообще, это наше место. Что значит ваш? Частная собственность на землю давно отменена. Ты, папаша, заткнись. Не сирикай. Дома же не расскажешь про частную собственность. Молодой человек, выпили, ложились бы спать. С кем? Слушайте, вы постыдились бы при детях. Чего? Да ничего, ничего, не сердитесь. Водка есть? Не понял. Водка, водка. Можно без закуски. Идите-ка, парни, а. Идите по-хорошему. По-хорошему, слыхал. Смелый, смелый. Ладно, давайте по-хорошему. По 100 грамм на брата и кранты. Отдыхайте дальше. Мы разрешаем. Да у нас сухое. У нас водки нет. Водки нет. А чё ж вы сюда приперли, да? Послушайте, ребята. Что? Ну, выпили, бывает. Вступайте нам. Имейте, в конце концов, совесть. А то ведь чего, милицию чего? Позовем. Ух, милицию? Да. А милиция далеко, а? Вам же предлагают по-хорошему. 100 грамм каждому. А. И гуляйте. 100 грамм и бам. Прогуляться высок. Шутник. Аркадий Райкин. Ну-ка, парни, полегче. Полегче. Девушка, а вы мне понравились. Ты что? Какая красивая штучка. Можно посмотреть?
Забери Димку. Как послушайте вы, это моя жена, пожалуйста. Петюша! Пошли. Петюша! Товарищ, да имейте же совесть, это моя жена. Ты что? Да что вы, не трогайте! Отпусти! Ты подонок! Отпусти женщину! Толя, видел, да? Брось цепочку, дурак. Зачем? Брось, потом объясню. Подавись. Мужики! А вы что ж? Отмерели, что ли? Мужики! Да! Остановитесь! Что вы делаете? Назад наших бьют! Ляж, говорю. Ставь меня в покой. Ну подожди, пана, подожди. Иди, 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 не пугай. Срежем, козел ты лысый, плешак. Давай, давай, катись отсюда. Чего? Ничего, ничего. У нас свои ребята, обожди, ребят позовем. А то кишки простудишь. Давай, проваливай. Вы нас еще запомните. Тоже мне нашлись такие. Всю жизнь на таблетке будешь работать. Ждите. Подонки. Ах, какие подонки, мерзавцы. Я старалась, доставала. Какие мерзавцы. Вы очень нас выручили. Спасибо. Пожалуйста. Как вас зовут? Ну, какое имеет значение? Осторожно. Ах ты. Духами не надо. Почему? Конечно, не надо. А то жена по запаху найдет. Не распускай язык! Ты что? Я пошутила? Бойтесь, Андрей Андреевич. Не обижайтесь. Я вообще ничего не боюсь, дорогая Лариса Николаевна. А вам, между прочим, рвать отсюда надо. И как можно скорее. Вы думаете, они вернутся? Но я лично на их месте вернулся бы. Спасибо. Слушай, позвони, если срочно встретимся. Позвоню. Привет. Лариса, собирай вещи. Димка! Пап, я тут. В машину быстро. Кончен бал. Андрей, поехали. Поезжай, Катя. Я не поеду. Я никуда не поеду. А почему?
какой стати? Ну почему я должен бежать? Я не мальчишка какой-нибудь, что бегать? Они думают, им все позволено. Ну, сопляки. Действительно, ведь мы приехали сюда отдохнуть. Ведь сколько собирались, сколько ждали этого дня. Витюш, пошли, пошли. А теперь вот из-за каких-то этих хулиганов. Ну и оставайтесь на пару. Лухин, поехали. Ну и пускай уезжают. А мы с тобой ничего не боимся. И вообще, мне с тобой ничего не страшно. Я присоединяюсь к Андрею Андреевичу. Не пущу! Принципиально. Не пущу! Зачем нам это геройство такое? Ехать надо, ехать, всем ехать! Если бы мы с вами одни были, без детей и женщин, тогда другое дело, какой разговор. Так дело принципа. Вы тоже мне хозяева нашли. Mm. Ничего святого. Никакого какие уважения. Какие принципы, когда они ножами грозят? Да брось ты, какими ножами, тоже скажешь. Ну, сопляки паршивые. Я же в их возрасте, знаете, чем занимался. Ну, мы едем или нет? Решайте что-нибудь. Это самое некультурно. А? Ишь ты, ну хитер. Да хитер к тому дяр. Нормалек. Ну все, что ли? Все. Ну давай, вали отсюда. Степаныч, блаженно. Давай, давай, вали, вали. Гады. Да оставь, Титыч. Что оставь? Что оставь? Значит, одним все, а другим ничего. Так, что ли, да? Зры! Че ты завелся? Че завелся? Че? Да хрен с ними! Мать. Ты разве ж не прав? Хамство прощать. Держи! Ну что мы сидим так долго? Да не придут они. Не придут, конечно. Ну что мы как ненормальные? Мухин, ну? Ну что? Ну что? Бал продолжается. Сейчас соорудим чай. Мужчины, готовьте костер. Вальс. Принеси воды. Парам, 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 пам, пам, парам, 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 пам, пам. Ну вот, дождались. Иди, рыбка, иди, оставь! Милая. Ай-яй-яй-яй. Идут, идут. Андрей Андреевич. Ну, дождались. Что будем делать? Тут они, ребя! Огружай их, бей, бей! Зимочка! Подонок! Сура, идиот! Стрижь! Чёртовы ему! Не смейте её трогать! Пошёл! Ребята, уходите! По добру говорю, уходите! Мама! Подонки! Мама, боюсь! Ну, пошёл. Мухин! Мухин, они убьют нас! Не подходи! Не подходи! Мам, боюсь! Не подходи! Толяна! Толя! Толя! Тит! Что с тобой, Толька? Тит! Что? Что с тобой, Толик? Туристы. А ведь вы мокруху заделали. Надо же.
только. Боже мой. Будет кому-то вышка. Лариса, поехали! Чего стоишь? Поехали! Убили! Убили! Из края в край берегатя, сурок всегда со мной. Сереж, а вот с той стороны подкопай, а потом уже тащи. Давай. Дядя Вань, а? Моя-то яблонька отошла. Я к ней с топором смотрю, ветка зеленая. Ай, думаю, пускай живет старушка. Эту старушку мы еще с твоим отцом сажали. Ну, а если в лист пошла, значит, оживет. По-моему, слишком грудь подчеркивает. Анечка, ну пусть подчеркивает. Ну, если она есть, то зачем ее нужно скрывать, не понимаю. Да? Ты думаешь? Ну, посмотри, как прекрасно. Ну, хочешь у Сергея спросим? Он не соврет. Сережа! Сергей! Посмотри, как. Нравится? Да, царица. Глаз не отвести от такой красоты. Да? А-а-а. Ну вот видишь, а ты сомневалась. Петрович! А, Петрович! Там, говорят, человека на пляже убили. Кого? Кто убил, тетя Валь? Не знаю, убийца, говорят, скрылся. А убили нашего местного, Столярова только. Да вы его знаете. Столяров? Пьяный был, что ли? Не знаю, так ведь не он, а его убили-то. Иван Ефимович, слышали? Слышь, Сереж, собирайся, едем. Я сейчас. Ну и работа. Я бы своему не посоветовала. Ну, знаешь, можно и прокурором работать. Если не позволять, чтобы тебе на голову садились. Надо, не надо, везде все сам. Словно он обыкновенный следователь, а не районный прокурор. О, началось. Полина! Полинка! Не уходи, смотри далеко. Хорошо. Из края в край берегатя, сурок всегда со мной. Под вечер кровь себе найду. Вот здесь, Сергей Петрович, вот по этой тропе они прошли. И вот, вот сюда завернули. Мы кого-нибудь пальцем тронули. Мы кого-нибудь пальцем тронули. Дядь Вань, выпили. Пошумели немного. Что же это палкой по голове, да? Действительно, может, мы из меня зашли. Может, прощения просить. Так в чем же наша вина? Иван Ефимович, Сергей Петрович. Так что же выходит, за это палкой по голове ведь надо, да? Иван Ефимович, палку нашли, орудие убийства. А эта палка? Это? Угу. Отдай на экспертизу. Наехали, меряют. Вот бы раньше были, когда только убивали. Да помолчите только, без тебя разберемся, что к чему. Понаехали, тут какие-то на машинах устроили драку. Товарищи, а номера машин кто-нибудь заметил? Нет, номеров. Нет, не видел. Одна из их теток. Ну. Все звала своего мальчонку. Димка. Так. А фамилия вроде Мухин. Так вроде или точно? Точно. Точно Мухин. Значит, палкой вы его не били? Нет. Ну, хорошо, не вы. Тогда, наверное, кто-нибудь из ваших товарищей, а? Не знаю, может, случайно кто? Так. А может, он сам как-нибудь стукнулся? Они ж пьяные были. Угу. Упал, например, об камень.
Или еще к кому-нибудь пристали уже после нас. Ясно. Только я все равно никого не убивал. А вот в показаниях Титова и Рамзеева говорится, что второй-то раз они не хотели к вам подходить. Просто шли мимо, а вы на них напали. Да врут они! Драться они шли. Они еще орали, бей их, окружай. Понимаете? Понимаю. Все понимаю. Ну вот, почему вы палку взяли? Не понимаю. Да черт его знает. Так уж вышло. Женщины боялись, дети плакали. Так, так. Да, первый-то раз с нами один парень был. Из воды вышел. Из воды? Из воды. Угу. Помог нам и опять уплыл. Вот молодец. А имя его как? Не знаю, мы не знакомились. Ну, может, какие приметы помните? Какие приметы? Он голый был, в плавках. Ну, высокий, он еще посоветовал нам. Уезжайте, говорит, от греха подальше. Ну, что ж вы не уехали? Да стыдно стало. Как будто мы этой шпаны испугались. А вы, значит, не испугались? Да почему не испугались? Испугались, конечно. За мальчонку своего, за жену. Противное это дело, драться. А что делать, когда от этого хулиганья житья не стало? Но это вы, Мухин, зря. Борьба с хулиганством у нас поставлена неплохо. Да это я так. К слову, извините. Понятно. Подпишите. Что это вы подписываете, не читая? А чего читать? Вы же не соврете. Надеюсь, вы понимаете, Мухин, что мы с вами еще встретимся. Да уж понимаю. Мы, конечно, сами все выясним, сами во всем разберемся. Но лучше, если вы нам поможете. Для вас же лучше будет, верно? Да. Можете идти. Пока. Только в глаза ему взглянуть, Ироду этому. Один только разочек взглянуть, и все. А ты ступай к следователю. Ступай, он тебя в обиду не даст. Ступай, ступай. Ой.
Спасибо, сынок. Ноги чего-то не идут. А ты потихоньку, потихоньку. Я тебя подожду. К следователю мне, к Боровикову. Ищет, кто сына моего убил. Спасибо тебе, сынок. Дай Бог тебе здоровья. Сынок, иди погуляй. Надоело. Все это. Что же нам делать теперь? Что же нам делать, Костя? Слушай. Не признавайся ни в чем. Не признавайся, Костя. Надо защитника нанять. Сами дадут, когда кончится следствие. Нет. Сразу надо было признаться и... будь что будет. И сесть в тюрьму? Ты что? Ты меня дождешься, Лариска? Я буду ждать тебя. Сколько надо. И Димку хорошо воспитаю. Только бы тебя не расстреляли. Да, да ты что? Я сама. Здравствуй, Лара. Проходи. Мухин! Привет! Сейчас пиво пить будем. Шаришь, чешская, обалдеть можно. Ребята, у вас есть что-нибудь солененькое, а? Слушайте, сейчас во дворе Димку вашего видела. Ну, мужик, ой, просто загляденье. Глаза, ресницы. Ой, Ларка. Ой, что будет? Слушайте, как надоели эти неприятности. Прям тоска берет. Ребята, а я к вам посоветоваться. У меня Африка горит. Мне к мужу ехать надо. А тут
Никак нельзя ввязываться в какую-то пьяную драку. Ну, только поймите меня правильно, а? Костик, Костик, а ты поговори со следователем, а? Но я же все равно ничего не видела. Я глаза от страха зажмурила, и я ничего не видела. А потом мне нужно подумать о своей репутации. Знаешь что? Оплевала я на твою репутацию. Когда ты с Андреем Андреевичем под каждым кустом обнималась, ты про свою Африку думала, про репутацию думала. Так между нами же ничего не было. Да, это ты мужу скажи на берегу океана. Он убил. Мне страдать, да? Циц! Циц, бабы! Я сегодня, знаете, кого видел? Мать этого убитого. Страшное вышло дело. Ну ты чего, узнаешь его, а? Он? Это он! Да нет. В той стороне будешь. Свидетельница идет, да? Не меди, да. Он убил. Ну, кто убил, суд выяснит, видишь ли. А от вас требуется вспомнить, кто первым нанес удар палкой. Он нанес, он. А у вас хорошее зрение? 100%. Справку представить могу. Да вы не сомневайтесь, от нее ничего не скроется. Давайте повторим еще раз. Свидетели, займите свои места. Хватит все это. Я убил. Ну вот и ладненько. Сейчас будем составлять протокол. Товарищи понятые, пошли. Константин, рассчитывайте на мои объективные свидетельства. Конечно, у меня будут неприятности дома, на работе, но по сравнению с вашими. Вы свободны, товарищ. Спасибо. До свидания. Да какой драмы дело довел паршивец, а? А все-таки раскололся крышка. Раскололся крышка. Иван Ефимович, вы знаете, не люблю этого жаргона. Попрошу при мне им не пользоваться. Ну, виноват, Сергей Петрович. Не люблю я этих раскаявшихся грешников. Они ведь когда раскаиваются? Когда их к стенке прижмешь. Не минуты раньше. Что вам от меня нужно? Я же признался. Сажайте меня скорее, дело с концом. Чего вы из меня душу-то мотаете? Вы можете выслушать меня спокойно, Мухин? Могу. Я буду обвинять вас на суде от имени государства. Вы это понимаете? Конечно, понимаю, чего ж тут не понять. Вы совершили тяжкое преступление. Выходит, совершил. Почему вы убили Столярова? Ну, может быть, вы не хотели его убивать? Разве хотели? Может, случайно? Выходит, что хотел. Как это выходит? Из чего это выходит?
А из того, как я его стукнул, я его изо всей силы бил. Вот в чем дело. За Лариску испугался. За жену. За пацана своего. Поэтому и выходит, что не случайно. Что значит выходит? Вы мне что, одолжение делаете, Мухин? О, как интересно получается. Жестокий прокурор пристал с ножом горло невиновного Мухина, и тот сдался. Так? Мне же ваша покорность не нужна. А что вам нужно? Правда нужна. Только правда. Правда? Ну, хорошо. Я скажу вам правду. Только сначала можно вопрос? Давайте. Вы когда-нибудь пробовали поставить себя вот на это место? С того места все виднее иначе. Ну, не все, допустим, но иначе. А вот, вот здесь, вот на этом месте, что бы вы сделали, если бы с вами вот так? Унизили жену вашу, оскорбили детей, да все. Вы приехали отдохнуть, у вас счастливый день, вы ждали. Приехали и вам харкнули в физиономию. Да что там, физиономию, вот сюда. Ни с того, ни с сего, за что? За что? Значит, вы убили сознательно. Обиделись, оскорбились и убили. Я вас правильно понял? Правильно. У меня рука тяжелая, гражданин прокурор. Ну, в таком случае я вынужден изменить меру пресечения и взять вас под стражу. Что мы такого сделали? Что сделали? Напились, как цуцики. Вот то и сделали. Ну, выпили. Выпили по случаю воскресенья. А что? А то, что допрыгались, голубчики. Теперь сядьте на скамью подсудимых. Ну, сядем, посидим. Так, медальончик тоже сорвали. Ну, сорвали. Сорвали. Ну, пошутили. Похохмели. Шуточки. Прицепились к этому медальончику. А второй раз вообще разыграть хотели. А ножи кто видел у нас, что ли? Не было у нас никаких ножей. Глупо все как-то получилось, я не знаю, прям. Выходит за шутку. Толи убили. Угощайтесь, дорогие, угощайтесь. Так, возьми. Прям не верится. Сынок мой дорогой, ушел. Одну меня оставил. Одну и дядю Неженьку. Да, слышь. Не надо. Вы пейте, ешьте. Вот. На меня не глядите. Поешь. Помянем. Толик был. Что надо? Смело. С Норовым был. Но справедлив. Это точно. Если б не он, этот Торрис бы нам всем кости переломал. А Толя мешался и спас. И откуда только берется такое зверье? Ну, выродки. Точно. Толик от Женьки всех парней отвадил.
Я с ним никого не боялась. Как за стеной. Как за стеной была. Да чего там говорить-то? С характером был. Ну, правда, это самое, баловался винишком-то. Ну, было, было, было. Точно. Было, обижал. Ничего, сынок. Мамка сильная. Выдержит. И убивайся. Помянем. Пей, доченька, пей. Ну, что за фрукт столяров был, всякий знает. А вот преступника... Мухина. Да, понять надо. А я не хочу понимать убийц. Мы к ним дядя с Вадим. Пониманием. Спасибо. Да. Я так с научным подходом. Они нас ножом, да палкой по голове, без всякой науки. Давай, давай, Иван Ефимович, уподобимся и мы хулиганам. Они нас ножом, и мы их ножом. Ха. Они дубины, мы дубины. Ого-го. Вот так вот, без разбора. Ай, хорошо. Недалеко ли зайдем, а? Поленька, так вот, возьми вот этот кусочек. Вот он, самый сладкий. Да, вот из-за таких вот гуманистов хулиганы-то и распоясались. Потому что знают, что всегда найдется добрый дядя, который войдет в их положение, поймет их. А добро, Сережа, должно быть с кулаками. Я скоро папа придет. Чапаев! Иди сюда. Нет, ведь уже знаешь, как этого не любит. Придет, поест, сядет к телевизору. И нет его. Не трогайте. Чтоб все было тихо. Ну, пойдем, сынок. Ой, Ларка, ну что не раздеваешься? Проходи. Сейчас ужинать будем. Димка один остался. Господи, как ты управляешься? Дала бы Димку мне. Мне ведь что с одним, что с двумя. А детям лучше. И у тебя руки свободнее. Да Димка мне не мешает. Я знаю, с чего пришла. Нет, нет, нет! Потерпи, мама, маленький. Я не хочу! Говори, нет, говори, Ларис, я слушаю. Не хочу! Да? Валюша, нельзя, простудишься. Ты не стесняйся, говори, может, помочь чем, денег дать? Я управлюсь. Помнишь, тогда на пляже парень один был? Ну, который это хулиганье от нас отгонял. Нет, не припомню что-то. Там же все разбежались. Да что-то не все. Вышел один из воды, высокий, красивый такой. А, что-то ты заметила. Ну, что ты говоришь глупости? Мне надо найти этого парня. Его показания очень важны. Я со следователем говорила. Нет, не помню. А Катерина? Ты сходи к ней, может быть, она помнит? Да Катерина в Африке уже. Следователь сказал, она не очень важный свидетель. Мне надо найти этого парня. Да понимаю. Но ты не волнуйся. Ты нашу милицию знаешь. Найдут. Ларис, может, помочь им? Ну, не стесняйся, скажи, мы ж свои. Но не переживай ты так, ну, выручим у Мухина. Вот увидишь, выручим. Ты только на суде все как есть скажи. Валюша, ладно? А ты сомневаешься? Да нет. Как тебе не стыдно? Да. Прокуратура. Прокурор Тихонов. Проходи. А кто поручил вам звонить сюда? Нет, я спрашиваю, кто вам дал право говорить от имени народа? Следствию нет дела до того, кто у вас там негодует. Звонят, голос общественности. Да какая там общественность? Ну, нет, ты руками не маши, Сереж. Значит, расклад такой, Сергей Петрович. Титов, Рамзеев, Столяров, Журдо,
Вячеслав. Жудро. Жудро. Вот фамилия. Статья 206, часть 2. Столяров убит. Мальчишку передаем в комиссию по делам несовершеннолетних. Значит, остаются Титов и Рамзеев. Это по первому эпизоду. Теперь по второму. Мухин Константин Михайлович. Мухин Константин Михайлович. 1948 года рождения. Русский, женат, не судим. Образование среднетехническое. Мастер-наладчик с мебельной фабрики. Статья 103. Умышленное убийство? Без отягчающих. Да нет, Сергей Петрович, все чисто. Тебя что, смущает что-либо? А если все-таки Мухин защищался? Ну? Что ну? У него за спиной были жена и ребенок. Так-то оно так, но ведь есть же акт судебно-медицинского исследования трупа. Два удара по голове. И оба смертельны. Похоже это на самозащиту. Да он и сам говорил, что хотел убить Столярова. Ну вот видишь, чего тебе еще нужно? Какие еще доказательства нужны? Что ты, Иван Ефимович, не знаешь, как это бывает? Когда на человека нападает, есть ли у него возможность соизмерить силу удара? Согласен, согласен. Он защищался, этим сказано все. Согласен, если нападение было внезапным. Если не было возможности оценить обстановку. А тут? Но я бы понял этого Мухина, ударен Столяров в первый раз, когда эти ребята к нему приставали. А во второй раз? О, нет. Ты уж извини меня. Расплата в чистом виде. Простое же дело, Сергей Петрович. Бело как день. Ну, что ты маешься? Знаешь что, Иван Ефимович, нет ощущения справедливости. Даже мы с тобой не понимаем друг друга. А с Мухиным вообще говорим на разных языках. Он пытается объяснить нам что-то. Да не что-то, а просто свое душевное состояние. Свой страх. Гнев, если хочешь. А ты его статьей, статьей его. Еще это выдаем за убийство, умысел. Я понимаю, что это не довод, Сергей Петрович. Ну, так но вот, ведь убийство понимаю. Произошло на глазах у всех. Пострадавший наш, свой, местный. А то я не знаю. Ну вот. Да. А убийца чужой, его судить здесь будут. Можем мы игнорировать общественное мнение? А? Нельзя так, чтобы мы, юристы, имели свою логику, а люди — свою. Но смягчающее вину обстоятельства суд учтет. Верь мне, все будет в полном порядке. Воля твоя, конечно, ты прокурор. Можешь вернуть дело на доследование. Но только с логическим обоснованием. А не на основе каких-то смутных ощущений. Поверь мне, Сергей Петрович, нового мы с тобой ничего не узнаем. И решать надо быстрее, потому что у меня сроки вышли. Да, сроки. Ну, хорошо. Надо направлять на рассмотрение в суд. Пиши обвинительное заключение. Ну, вот и правильно. Да, между прочим, звонили из области, просили ускорить. И предложили сделать выездную сессию. Как ты считаешь? По-моему, случай подходящий, а? Признание налицо, факты тоже. Надо успокоить страсти. Ну, если им надо. Вы же столько лет в обкоме. Вы знаете, он хороший человек. Хороший. Не спорю, хороший. Очень хороший. Никогда никому в жизни ничего плохого не сделал. Верно? Верно. И драться не любит. Ну, понимаете? Вышло такое несчастье. Здорово. Несчастье. Понимаете, и несчастье... И ничего особенного от вас не требуется. Просто сказать правду, каков он, вот и все. А какой он? Какой? Вы понимаете?
Лариса Николаевна, убить человека, не кого-нибудь, а человека. Вы поймите, если бы он украл или прогулял, нетрезвый был или бытовое что-нибудь, тогда совсем другое дело. Такое сейчас хулиганство страшно подумать, а вы защиты, понимаете, ищете. Нет, надо хулиганству давать бой. Это Мухин-то хулиган. Не знаю, не знаю. Понимаете, коллектив не может защищать убийцу. Я посоветуюсь. Конечно, наша вина. Олег Лариса, Павлович, нам пора. Одну минуточку. Я помню, помню. Лариса Николаевна, вы успокойтесь, я вас очень прошу. Пожалуйста. Я обещаю вам, что мы посоветуемся и не оставим Мухина. Все. Хороший мальчик. Хороший. Мне предстоит трудная задача. Выступить по делу, вызвавшему законное возмущение общественности. Всякое преступление отвратительно, но нет ничего отвратительнее убийства. Жизнь человека – самая высокая ценность. Речь печатаешь? Да. Завтра процесс. А если бы первый ударил не я, а он, завтра бы судили Столярова. А Димка? Димка остался бы сиротой. Будь Столяров жив, он был бы предан суду вместе с Рамзеевым и Титовым за хулиганский поступок. Сережа, чай пить будешь? Нет. Ну, как хочешь. Закон справедливо предусматривает суровую ответственность для каждого, кто на него посягает. Надо было сдержаться. А мог я? Да мужик я, в конце концов, или не мужик. Кто я, чтобы надо мной издеваться? Суд наказывает за преступление. Только суд. А месть и расправа – это еще более опасное преступление. И карать за него надо по всей строгости закона. У Корнеевых дочка опять в Артеке ездила. Уже второе лето подряд. А чем наша Полинка хуже? Ты можешь достать путевку, а? Сереж. Нет, не могу. Можешь. Не могу. Учитывая как отягчающие, так и смягчающие вину обстоятельства, прошу подсудимого Мухина приговорить. Стрелять таких надо. Иди лучше ложись. Ложись спать. Девушка! Ну чего тебе? Девушка, два билетика на ближайший. Только, пожалуйста, подальше, если можно. Да посмотри на объявление. А чего? Суд сегодня, кино не будет. Суд? Зойка! А, Зой? Кино не будет, там суд. А ты была когда-нибудь на суде, а? Сходим для смеха. Сходим. Ну, пошли. Подсудимый Мухин, вам понятно, в чем вас обвиняют? Понятно. В убийстве человека. Признаете вы себя виновным? Признаю. Надо было стерпеть, а я не стерпел. Это вы потом скажете. А сейчас да или нет, или частично? Да. Садитесь.
Не грызи ногти, Слава. Я кому сказала? Курить-то здесь хоть можно? Спроси разрешение у дам. Разрешите, пожалуйста. Недолго нам еще тут находиться? Как вы думаете? Господи, я просто не знаю, что говорить. Успокойся. Фролов, Андрей Андреевич. Не пуха. Я виноват, что мы остались. Я не захотел уезжать. А почему вы не захотели уезжать? Обидно. Я не привык бежать с поля боя. Значит, вы все же предвидели, что бой будет? Я сказал, в переносном смысле. Послушайте, свидетель, у Столярова не было оружия. Он просто шел к вам. Откуда вы могли знать о его намерениях? Может, он просто шел извиниться, спросить дорогу. Я не настолько владею словом, чтобы все точно описать. Но вы знаете, он шел на нас и улыбался. Смеялся. Это было ужасно. Есть у кого-нибудь еще вопросы к свидетелю? Позвольте. Вы видели, свидетель, как Столяров ударил Ларису Мухину? Да он не ударил ее. Это было хуже. Он заехал ей всей пятерней в лицо. У меня нет больше вопросов. Разрешите мне от себя два слова сказать. Что же нам делать, товарищи? Ходят эти подонки, ходят стаями, сквернословят, ловят, куражатся, страх на людей нагоняют, праздники в горе превращают, руки же чешутся. Сдерживаешь себя. Неудобно сразу в морду-то бить. Но я, товарищи, не могу обещать, что мое терпение будет бесконечным, а рука у меня тяжелая. Так можно сразу, сейчас, вот рядом с Мухиным сесть? Свидетель, ваше место в зале, вы свободны. Ну, я посоветовал ему ехать. Видно же было, что парни все равно вернутся. Знаете, злые они были. Да еще пьяные. Я таких знаю, они ведь слов не понимают. Для этих негодяев 2 года условно сегодня, станут завтра 5 безусловными. А какого содержания были их угрозы? Ну, так ясно какого. Зарезать, убить. Кого он по голове? Вот-вот. Ну, а что они еще могут сказать? У вас, значит, создалось впечатление, что Мухину и его друзьям грозила реальная опасность. Конечно, реальная. Если бы на меня и моих ребят такие подонки напали, тогда другое дело. Пара приемов и легли бы отдыхать все рядышком под кустами. Через час бы очухались и тихонько ушли бы домой. И все бы закончилось благополучно. Я свободен. Что вы знаете по этому делу? Вам понятен вопрос? Отвечай, Слава, ты же знаешь, правда? Ну, говори. Ну, хорошо, давай по порядку. Вы пошли гулять, так? Так.
Ну и что было дальше? Расскажи, что было дальше? И на уроке он такой же, если не хочет отвечать. Вообще он мальчик сообразительный, только упрямый. Есть у кого-нибудь еще вопросы к свидетелю? Скажи, мальчик, почему ты дружил со Столяровым? Ведь он тебе по возрасту не подходит. Разве у тебя нет друзей? Во дворе, в школе, в пионерском лагере. Ведь там так много интересного. А мне с Толиком интересно было. Ну почему? Ведь он пил. И круг интересов его был ограничен. Что тебя в нем привлекало? А он смелый. Он никого не боялся. И если бы его не убили, он бы показал. Он бы этого Мухина все равно убил. Милевский, Виталий Юрьевич. Петюш! Свидетель, вас ждут. Скажите, а лично вы видели, как Столяров ударил Мухина? Не поняла. Ну, может, Столяров жал пальцы в кулак или замахнулся. Ну, вытащил нож, взял палку, камень. Да нет, ничего такого во второй раз не было. Я, во всяком случае, нет, не было. А что же было? Да глупость была. Ну, разве нормальные люди могут связываться с хулиганьем? Господи, ну да разве наше это дело? Это милиции дело. А я считаю, что вообще в местах массового отдыха должно быть увеличено количество патрулей. Ну, чтобы людям было куда обратиться. Да нет, я вообще говорю, чего нарываться-то? Чего героев из себя корчить? Подумаешь, оскорбили. Господи, что за нежности такие? Дворяне-испанцы тоже мне нашлись. Да мало ли где нас оскорбляют. На транспорте, в магазине, ну везде. Так что, за каждое оскорбление человека убивать? Себе дороже. Есть у кого-нибудь ходатайство, заявление? Можно. У вас ходатайство? Нет. Я спрашиваю подсудимого. Не знаю. Я хотел спросить. Я понимаю. Это ужасно, конечно. Был человек и нет человека. И сделал это ты. Вот этими вот руками взял и сделал. Вот так. Все? Ужасно, я понимаю. Но
Вот что я хотел спросить. А что должен делать человек, если ему плюют в душу? Убивать! Убивать! Тебя бы убить, раз убивался! Прекратите! А я никому не плевал в душу! Да перестаньте вы, перестаньте! Прав, мужик! Отпить, гадов! Мухин не виноват! Не виноват Мухин! За что, судишь, Мухин? За что? Успокойтесь, пожалуйста! Тихо, тихо, ребята! Прекратите, ребята! Вы что, вы с ума сошли? Вы же в суде находитесь! Тихо, тихо, тихо! Нарушители порядка буду выводить из зала и штрафовать! Тихо! Что это такое? Здесь суд, а не митинг! А вы, если выпили, так выйдите из зала! Спокуха! А вы? Вам дали слово для ходатайства? Возмутительно! За противоправные действия, конечно, надо наказывать. И друзья Столярова наказаны справедливо, наказаны? Условно. Наказаны справедливо. А вы берете на себя смелость, сами вынести приговор и сами же привести его в исполнение. Да по какому праву? Говоря по совести, Мухина можно осуждать, но Мухина можно и защищать. Передовик производства, его портрет на доске почета, великолепный семьянин, отличный товарищ и... убийца. Великий русский юрист Анатолий Федорович Кони говорил: если мне придется, ввиду грубого оскорбления меня или моих близких первым встречным мерзавцем, пустить в ход палку и даже револьвер, я буду это считать большим несчастьем, но виновным в драке себя никогда не признаю. У этой роковой палки, товарищи, два конца. Два. Понимаете, какая штука получается? Успокойся, прошу. Простите меня, мамаша. Суд переходит к прениям сторон. Слово для обвинения имеет государственный обвинитель, прокурор района, младший советник юстиции, товарищ Тихонов. Товарищи судьи, речь моя будет короткой, так как все, что произошло в этом зале на ваших глазах, сделала эту речь совершенно ненужной. Еще вчера, даже еще сегодня, я был уверен, что Мухин совершил преступление. Был уверен и старался подавить в себе сомнения в справедливости. Но сейчас я заявляю, Мухин не убийца. Он честный и достойный человек. Он защищался. Он защищал свою жизнь. Свою честь. Он защищал жизнь своего ребенка. Он защищал честь своей жены. Наконец, он защищал своих друзей. Он имел право защищаться. Он обязан был это сделать. Как обязан это сделать любой из нас, оказавшись в подобных обстоятельствах. И пусть простят меня теоретики, бесчестно требовать от оскорбленного человека соразмерности действий. Есть схема, схема повелевает. Если реальная угроза жизни, можно убить. Но как?
Как определить эту реальность, когда? Где? В кабинете следователя или сейчас, здесь, в суде? Вы видите, даже сейчас это непросто. А тогда на берегу озера, оскорбленный и униженный, в тревоге за жену и ребенка, как он мог соразмерить силу своих действий, как? И он защищался. Иначе он был бы плохим гражданином. Иначе мы бы вправе были спросить с него, а как же ты мог, Константин Мухин, стоять в стороне и ждать, когда надругаются над твоей женой? Когда оскорбят твоих друзей? Это безнравственно. А то, что безнравственно, не может, не должно быть законным. И плохими гражданами будем мы, если накажем его. Я отказываюсь от обвинения и прошу Мухина оправдать. Вот это по совести! Иван, это самый Ефимович. Что с убийцей? Сколько дали? Гулять будет. Так это ж несправедливо. Видал? Верочка, налей пиво. Ну, что ж теперь будет, а? Все, хватит, ухожу. Пойду грядки копать. Иван Ефимович, такой человек и грядки. Знаешь, Верочка, как у артистов. Главное вовремя уйти. Пока тебя не ушли. Подсудимый. Вам предоставляется последнее слово. Граждане судьи, я признаю свою вину и обещаю, что такое никогда не повторится. Никогда. Вы все сказали, подсудимый? Все. Суд удаляется на совещание. Лариса Николаевна, все в порядке. Поздравляю, Ларочка. Вот я говорила, вот видишь, все будет хорошо. Ты что же, Мухин, не веришь в справедливость? Считает, что Мухин совершил умышленное убийство на почве мести за предшествующее нападение. Учитывая смягчающие вину обстоятельства, а именно противоправные действия Столярова и осужденных за хулиганство Титова и Рамзеева, суд
на основании статьи 103 Уголовного кодекса РСФСР приговорил Мухина Константина Михайловича к 7 годам лишения свободы с отбыванием в колонии усиленного режима. Приговор может быть опротестован прокурором и обжалован в 7-дневный срок. Мишка, проводи меня сегодня. Угу. Подождешь на лестнице, пока не откроют, понял? Угу. Извините, Сергей Петрович, что так получилось, но мы не могли с вами согласиться. По правде говоря, от вас этого даже не ожидала. Каждый выполняет свой долг. Вы свой выполнили. Но у меня еще есть 7 дней. Но Мухина нельзя оправдать. Юрий с чувствами руководствоваться не должен. Нельзя быть добрыми за счет закона. И еще как человек я вам скажу, Сергей Петрович, что я ненавижу. Ненавижу эти драки, это самоуправство, самосуды. Но мы же в цивилизованном обществе живем. Ну что же палками-то махать? Да. Но ведь не доказано, что второй раз они шли убивать. Значит, докажем. Будете протестовать? Угу. Буду. Thank you.